действительно весь город. Все ходят, не знают, куда себя деть. Ничего нет. А чего бы вы хотели вот в первую очередь, да, как молодая мама? Будь элементарно какой-то праздник для детей. Что еще в сегодняшний день можно сделать? Ну вот, а государство вообще как-то помогает вам, вот, семье, вот, с детьми? Нет, не помогает. Лазио дастас отрабича ва пумика тенциги майму тендру копий. Государство заботится о детях наших? Без комментариев, честно. Вот в каждом хотя бы дворе, в каждом это самое. Должны быть детские площадки, детей должны играть. А так их нет. Как? Если мы не заботимся, то... Мало садиков, дети вот жалуются, что нет, негде. По несколько лет ждут своей очереди. В нашем государстве на это всем глубоко наплевать, поэтому только на себя можно рассчитывать. Государство защищает ваших детей? Нет. Не видел их, чтобы они защищали детей. Государство как заботится? Zero. 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 Ну, дают 300 лей. 300 лей в месяц? Да, до полтора года. На четвертый ребенок уже. По нашим ценам сейчас это очень мало. Конечно, надо на ребенка больше. И как-то вас поощряют вот этим вот, что четверо детей, ничего такого, да? И на что вот, на что хватает вот этих 300 леев, если... Раньше давали компенсации, помощи для детей, одежду и все давали. А сейчас уже ничего не дает.